В Национальном молодежном театре готовят премьеру по знаменитой повести народного поэта Башкортостана Мустая Карима «Долгое-долгое детство». О том, как идет работа, режиссер-постановщик, художественный руководитель театра Мусалим Кульбаев рассказал журналистам на пресс-завтраке. Жанр спектакля он обозначил как главы из романа. Постановка будет идти на русском языке, но участие в ней примут также артисты башкирской труппы. Сейчас полным ходом идут репетиции, без выходных трудятся в цехах. Премьера спектакля состоится уже 23 мая. Значительная, мы считаем, вещь. Так же, как это было одним из главных произведений Мустафы Сафича, самого Мустая Карима. И также с таким же трепетом мы относимся к этому произведению. Но надеемся, что получится что-то значительное.